Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым проектом. Называется Травмами Тизер. Здесь нужно будет установить приложение на компьютер. Мы будем делиться интернетом. Ну и на этом зарабатывать. Здесь вот есть язык. Можно выбрать английский, испанский, русский. Кликаем на русский. Страничка обновляется. И что нам тут пишут? Поделитесь своим подключением к интернету и зарабатывайте деньги онлайн. Просто установите приложение и начните зарабатывать на каждом байте вашего интернета. Ну, здесь это все можно прочесть, я уже зачитывать не буду, как это работает. Вот. И здесь что у нас? На Windows, Mac, вот это еще Android и iOS какой-то. Я устанавливала на Windows, ребятки. Ну, у меня там Windows не пропускал, но я нажала разрешить, как бы, да. И установила. Это все можно здесь прочесть. Значит, регистрация здесь наипростейшая. Прописываете имя или логин, email, два раза пароль, нажимаете зарегистрироваться. На почту придет письмо. Нужно обязательно подтвердить адрес электронной почты. Без этого нам не зайти. Не дадут вход. Я же уже зарегистрирована. Вход по имейлу и паролю. Сейчас я это закрою. И попадаем в кабинет. Значит, смотрите. Я установила вот сюда. Зашла в кабинет. Кликнула сюда. Я скачала. Даже помощи ни у кого не просила. Все самостоятельно установила. У меня встала вот сюда. Вот она. И вот такая штучка. Зелененьким горит, что вот она работает. Значит, смотрите, вот здесь вот этот код есть. Вот он. Вот сюда. Когда вы кликните вот сеттинг, и вот этот код вставляем вот сюда. Как бы, да? И сохраняем. Вот здесь у меня галочка стоит, чтобы автоматически при включении компьютера у меня сразу запускалась вот эта программа. Вот. Она у меня как бы сразу запущена, и мне никуда не надо кликать, как вот это вот я работаю. Ну вот это, знаете, да? Вот Payr 2 Profit. Вот, это аналог такой, вот точь-точь, я вот тоже здесь работаю, вот. И вот этот, и при регистрации, кстати, нам дают бонус $5. Я вот скопировала вот этот адрес, вот эту ссылочку, вставила ее сюда, ну и в принципе и все. Вот, и вот у меня начала капать копеечка, идет вот минимальный вывод отсюда. От $10. Значит, так. Можете скачать на любую. И вот у меня здесь вот шкала. Зашла я вчера. Поздно вечером. Ну, здесь как бы статистика. Вот баланс идет. Это вот сегодня начал вот идти. Вот. Далее давайте пройдемся по вкладочкам. Здесь вот, например, вот здесь логин. Я указывала мой аккаунт, выход. Ну, здесь ничего такого нет. Здесь платежки. Значит, давайте переведем на русский. Что у нас? Значит, соберите $10, чтобы запросить выплату. Запросить выплату. Но у меня еще, как видим, мало. Ничего тут. Потом она будет активна, когда я наберу $10.
Значит, вот здесь ваш текущий способ оплаты. Вот этот карандашик. Кликаем на него. И настройки профиля. Изменить пароль, если надо. А здесь у нас настройки оплаты. Кликаем. Куда можно выводить. Значит, здесь у нас вывод идет PayPal, Pioneer и Bitcoin. Bitcoin WebMoney. Сейчас поставлю на оригинал. PayPal, Pioneer, BTC и WebMoney. Можно кликнуть BTC. Так, сюда номер. Адрес кошелька прописываем. Можно прописать. При желании адрес кошелька можно изменить. Если вы, например, вот я сейчас биткоин пропишу. Вставить. Вот я вставила. И сохранить. Все. Я сохранила. Биткоин адрес. Вы же любую другую, какую хотите. Хотите на WebMoney. Хотите на PayPal. Пионер, я вообще не знаю, что это за платежная система. Но его можно изменить, ребятки. Как бы выбираете новый. Хотите PayPal. Ну, пусть пока биткоин у меня стоит. Вот. Следующее, что у нас здесь. Вкладочка рефералы. Будет находиться наша партнерская ссылочка. Уже более 7000 участников здесь. Народ идет, конечно. Кстати, у них есть группа на Facebook. Там на главной страничке можно посмотреть. Я кликнула, попала здесь. Это поделиться. Facebook. Это что, наверное, Telegram. И Twitter. И у них есть группа на Facebook. По-моему, Instagram у них есть. И Twitter, по-моему. И вот на главной страничке это все можно просмотреть. Вот. Тоже, что это уже тоже хороший знак. Вот такой вот проект. Кому интересно, заходите. Но не интересно, друзья, пройдите мимо. Здесь видите онлайн, циферка 1 стоит. Можно написать, если у вас возникнут какие-либо вопросы, например, да? Имя, имейл. Вот, вводите и задаете вопросы. Я устанавливала на Windows. Как я сказала, Windows у меня там защита стоит и не пропускал. Я дала разрешение. И я установила. Ничего легкого, ничего сложного как бы нет. Вот, помощи я ни у кого не просила. Я обычно у сына прошу, чтобы он мне помог что-нибудь там скачать. А это я самостоятельно все сделала. Вот. И у меня при запуске вот как бы работает. Вот он. Вот сюда я за вот этот, напоминаю, ставила вот этот код, или как он там называется, сохранила. И все. Ну и здесь как бы тоже идет статистика. Баланс $5. Ну и здесь вот сколько у меня трафик идет. Хочу на второй компьютер, на другой еще тоже как бы залогиниться и скачать, установить, чтобы у меня с двух устройств, как и здесь вот у меня на двух устройствах работает. Тоже что как бы быстрее будет заработок идти. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Хотите работать, работайте. Не хотите, не работайте. Дело лично каждого. Всем удачи, больших заработков. Как наберу минималку, естественно, сделаю вывод. Запишу по выводу видео. Ну, то, что он платит, конечно, он будет платить и платит. Это народу столько, более 7000. Вот. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.